Всем привет! Это я приехала в аутлет Сан-Клементе. Он чем-то похож на Внуково аутлет Village в Москве. Здесь тоже такие магазинчики снаружи. Мама осталась с ребенком гулять на площадке возле океана. А я решила купить подарки племянницам и жене брата. Она попросила кроссовки New Balance. Сейчас буду выбирать. Кстати, вот пишут, что у нас здесь кризис. Обратите внимание, на парковке мест нет вообще. Мне пришлось парковаться очень далеко. Вообще нет места. Просто куча машин, куча народу. Это к вопросу о неплатежеспособности американского населения. И мне теперь идти надо через весь комплекс, чтобы дойти до New Balance. Здесь также люди проводят свои выходные, как и в торговых комплексах в России. То есть не только ездят в парки развлечений, но еще и в торговые центры. Вон мой любимый Лимон, чуть подальше Asics. А вот New Balance. Ну, я туда еще съезжу. Мне самое главное сейчас купить племяшка, потому что мама скоро улетает. Вот New Balance. Сложно такой выбор, выбрать кроссовки. Не вижу. Даже не знаю, что я выбрать. Так, вот эти кроссовки за $129. Или сколько они там были? 179. Закончились. Так, мне надо идти спрашивать, пока видео остановлю. С New Balance закончили. Я сфотографировала, что бы я взяла. Наверное, все-таки я уточню. Вот Lululemon. Сейчас пойду посмотрю, что здесь есть хорошего. Мне вообще нужна ветровка теплая. У них тут очень много, вот знаете, вот таких вот со скидками. Сейчас посмотрю, что есть. Все, отключаюсь. Ничего себе не смогла подобрать в Лимон. Это как бы здесь все магазины со скидками. Я заказала онлайн. Красивый цвет, худи. Мне худи надо. К сожалению, здесь нет симпатичных цветов, чтобы был хлопок. Тут какое-то вот мероприятие с елочкой. Какое-то мероприятие по картинке с Сантой.
Так, а мы идем дальше. Томми Хильфигер. Здесь тоже все со скидками. Абсолютно все. Это аутлет. Ой, какая кофточка. Мужская. Минус 50% скидка. Вот такие же бежевенькие есть. Я, наверное, возьму себе такую. Есть такие же. Возьму себе. Такая еще красивая кофточка, кстати. Ну, у этой, наверное, подкладка хлопковая. Симпатичная. Глаза разбегаются. Так, ладно, не буду отвлекаться. Мне нужно детям взять. Так, все, я отключаюсь, буду смотреть деткам. Может, еще что-то показать? Вот такая куртка. Такая мне нравится. Вот такая вот куртка. 110 и минус 40%. Все, отключаюсь, мне уже мама пишет. Томми Хильфигер, я закончила. Накупила целый мешок. Дети продолжают танцевать.
Тут, конечно, много чего можно купить, но у меня уже физически нет времени. Ребенок капризничает, пора ехать спасать маму. Вот девчонки танцуют. Танцуют дети, старшая школа. Васик, схожу в следующий раз, когда-нибудь. Уже нет времени. Левайс, кстати, у меня спрашивали, Левайс сделан в США, я думаю, скорее всего, нет. Весь Левайс продается, сделанный в Китае, Вьетнаме, Тайване. Вот. Родственник моей собачки бежит, беленький померанец. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.